эфире служба новостей «Саров-24» в студии Екатерина Апенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. В Нижегородской области стартовал проект инициативного бюджетирования «Вам решать, как принять в нем участие». Изменились правила получения и использования электронной подписи. Что нужно знать? Не привился — сиди дома. Как саровчане относятся к новым коронавирусным ограничениям? Далее расскажем обо всем подробно. Граждане могут лишиться права выбирать управляющую компанию. Об этом рассказали «Известиям» в торгово-промышленной палате. В России планируют создать региональных операторов по управлению жильем. Они будут отбирать ОК на основе открытых конкурсных процедур. Такое положение отражено в проекте стратегии развития строительной отрасли ЖКХ до 2030 года, которую разработал Минстрой. Сейчас ОК выбирают собственники жилья, но из-за новой нормы они фактически могут лишиться этого права. Стратегия предполагает, что региональные операторы будут гарантировать возмещение ущерба от нарушений, которые приводят к авариям в домах. Вероятно, определенную сумму добавят к плате за содержание домов. Средства будут отчислять рекоператорам. Те будут накапливать средства на счетах и определять, что относится к нарушениям, которые можно покрыть из этого фонда, а что нет, рассказал председатель комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. Проект стратегии опубликован для широкого обсуждения. В Нижегородской области стартовал проект инициативного бюджетирования «Вам решать». С его помощью можно отремонтировать дороги, установить освещение во дворе, благоустроить детские площадки. На реализацию проекта из регионального бюджета Сарова планирует выделить 25 миллионов рублей. Подробности далее. Отремонтировано 7 проездов на территории ТИЗа, благоустроены 4 дворовые территории, сделаны подъездные дороги к родникам в прошлом году в рамках регионального проекта «Вам решать». Всего наш город подготовил 11 заявок для участия, 6 из них прошли конкурсный отбор. В этом году Саров примет участие в проекте инициативного бюджетирования еще раз. Критерии отбора заявок изменились. Прежде всего, конечно, основной критерий – это степень поддержки данного проекта гражданами. Она определяется количеством подписей в подписном листе, который прикладывается обязательно к заявке в поддержку данного проекта, и количеством голосов в онлайн-голосовании. Также немаловажно, в какой доле местный бюджет поддержит инициативный проект. На каждую заявку регион гарантирует выделить до 3 миллионов рублей. Администрация рассматривает возможность участвовать в софинансировании проекта в размере 30%. Еще один значимый критерий – привлечение спонсорской помощи. Кроме того, будет оцениваться трудовое и имущественное участие в реализации конкретного выдвинутого инициативного проекта. Что это такое? Трудовое участие наши граждане это хорошо понимают. Это субботники, да, в каких-то подготовительных работах, работы, которые не требуют специальных компетенций, будем там говорить, либо уборка после уже завершения работ и так далее. Проект реализуют по 7 направлениям. Наши дороги, наш двор, спорт для всех, все лучшее детям, общественные пространства, наша инфраструктура, а также наша инициатива. Заявку может подать инициативная группа численностью не менее 10 человек в возрасте не младше 16 лет. Нашим горожанам и депутатам мы устанавливаем сроки до 1 ноября, чтобы собрали подписные листы, определились с наименованием проектов, потому что само оформление заявки будет осуществлять департамент городского хозяйства. Это занимает достаточно много времени. И до 12 ноября нам еще нужно будет обеспечить защиту всех заявок, всех выдвинутых инициативных проектов от города Сарова в Министерстве внутренней политики. Дополнительную информацию по оформлению инициативных проектов можно получить по телефонам 977-97-977-68. Новое слово в современном документообороте – электронная подпись. Она приравнивает любой электронный документ к бумажному оригиналу. Об изменениях, внесенных в федеральный закон 476 об электронной подписи, расскажем далее. Правила получения электронной подписи изменились. Нововведения призваны декриминализировать рынок выпуска этих подписей. С 1 июля выдавать электронные ключи могут только удостоверяющие центры, аккредитованные по новым требованиям. Всего их существует 4 вида. Коммерческие занимаются физлицами, центры Банка России кредитными либо некредитными финансовыми организациями, а также операторами платежных систем. Один из них – это удостоверяющий центр Федеральной налоговой службы, который будет выдавать ключи электронной подписи юридическим лицам. В частности, руководителям, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, индивидуальным предпринимателям и нотариусам.
Четвертый вид – Центр федерального казначейства – работает с лицами, замещающими госдолжности РФ и субъектов РФ, а также должностными лицами госорганов и органов местного самоуправления. Те удостоверяющие центры, которые не получили аккредитацию после 1 июля 2021 года, не имеют права выдавать электронные подписи, а ранее выданные ими ключи закончат свое действие 1 января 2022 года. В настоящее время Минцифра дал указание доработать программное обеспечение операторам связи. То есть к концу этого года подпись, полученная в аккредитованных удостоверяющих центрах, будет применяться вообще на всех площадках, необходимых для ведения торгово-финансовой деятельности. Ключ электронной подписи можно использовать для сдачи отчетности в государственные органы, работы с различными системами и ресурсами, осуществлению финансово-хозяйственной деятельности. Базовые документы, необходимые для получения подписи, включают заявление, паспорт, СНИЛС, ИНН или ОГРН, а также сертифицированный носитель ключевой информации. Сертифицированный носитель ключевой информации, так называемый токен, должен иметь действительно сертификат соответствия безопасности в СТЭК или ФСБ России. Сам сертификат предъявлять не надо. Более подробную информацию о правилах получения ключа электронной подписи в удостоверяющем центре ФНС России можно получить по телефону 36875. Почти 900 миллиардов рублей направят на поддержку материнства и детства в России в следующем году. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Речь идет в том числе об адресной поддержке семей с детьми, тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, а также нуждающихся одиноких родителей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Подать заявление на ежемесячное пособие на первенца, установление статуса многодетной семьи, ежемесячную денежную компенсацию по оплате ЖКУ и ежегодную выплату к началу учебного года детям из многодетных семей можно на портале госуслуг. С 11 октября еще 4 услуги, которые предоставляют органы социальной защиты населения Нижегородской области, стали доступны онлайн. Достаточно заполнить электронное заявление и указать все необходимые данные. Услугу также окажут в электронном виде. Ранее жители региона могли оформить онлайн только ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Рособранадзор намерен вернуть сдачу ЕГЭ по базовой математике как обязательного предмета для школьников, которые планируют получить аттестат. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Также Рособранадзор рассчитывает провести итоговую аттестацию для девятиклассников в традиционном доковидном формате. Школьники будут сдавать два обязательных предмета – русский язык и математика – и два по выбору. Анзор Музаев напомнил, что с 1 января 2022 года заканчивается действие постановления правительства номер 440, в рамках которого можно было варьировать количество экзаменов. И если его не продлят, то работа школ должна автоматически вернуться к доковидному порядку. В России проходит второй государственный розыгрыш среди всех, кто вакцинировался от коронавируса. 500 победителей получат по 100 тысяч рублей. Имена победителей появятся на сайте бонусызаздоровье.рф. Информацию о выигрыше продублируют и в личный кабинет на госуслугах. Деньги автоматически переведут на карту МИР в течение полугода с даты проведения розыгрыша. Карту необходимо привязать на портале госуслуг не позднее 3 месяца с того момента, как придет уведомление. Получить универсальный документ для посещения массовых мероприятий «Мультипас 800» жители Нижегородской области теперь могут во всех отделениях многофункциональных центров региона. Для этого необходимо лично прийти в МФЦ с документом, удостоверяющим личности, и подать заявление. К нему необходимо приложить распечатанный сертификат с QR-кодом с госуслуг о профилактической прививке от COVID-19, указать СНИЛС и номер мобильного телефона, к которому привяжут «Мультипас 800» на портале и в мобильном приложении «Карта жителей Нижегородской области». Также гражданину нужно будет сфотографироваться. Выдадут «Мультипас 800» в течение 5 рабочих дней. Суточный спрос на вакцинацию от коронавируса вырос на 138% в Нижегородской области. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. Он отметил, что спрос будет расти дальше и призвал нижегородцев вакцинироваться как можно скорее. Всего в регионе привито 1 миллион 63 702 жителя. Из них второй компонент получили 996 882 человека. В Сарове вакцинировались двумя компонентами 33 621 саровчанин. Напомним, записаться на прививку против COVID-19 можно через портал пациента на официальном сайте КБ-50, на портале госуслуги, по телефону колл-центра 955-11. За минувшие сутки в России зарегистрировали 31 299 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 682 в Нижегородской области. В Сарове за день заболели 103 человека. Из тех, кто госпитализирован, 14 в тяжелом состоянии, 8 в легком, остальные в средней степени тяжести.
Без QR-кода никуда. 6 октября вступили в силу изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Как саровчане относятся к новым коронавирусным ограничениям, выясняла наша съемочная группа. Российские регионы постепенно возвращают различные меры, направленные на борьбу с COVID-19. В Нижегородской области уже неделю действуют новые коронавирусные ограничения. Теперь, чтобы сходить в кино, театр или фитнес-центр, нужно предъявить специальные документы, QR-код или справку о вакцинации. Мы спросили у саровчан, как они относятся к новым мерам против коронавируса. Положительно. Масочный режим нужно обязательно. Во-первых, плохо организовано. Например, сертификаты. Вот, например, я прошел в августе месяце еще, получил две вакцины, да, «Спутник». Тем не менее, до сих пор никто не известил меня, что у меня готово это, я могу получить сертификат. Никакой информации просто нет. То есть я должен сам и выходить там куда-то на госуслуги, там что-то где-то печатать. Положительно. Я согласна с этим режимом. Нужно как бы предохраняться, оберегаться, чтобы меньше было заразы. Правильно, неправильно, бесполезные. В чем, ну что маска, вот, что это самое? Неужели тряпочка это вот от вируса? Прививки надо делать, конечно. Саровчане ответили, что придерживаются рекомендаций медиков и соблюдают масочный режим в общественных местах. Также опрошенные сказали, что вакцинация – лучший способ защиты от коронавируса. А вот QR-коды удобны не для всех. Творческие мастерские, просмотр кинофильмов и мультфильмов, экскурсии, интерактивные занятия. Художественная галерея представила программу на каникулы. Подробности далее. Впереди осенние каникулы, и перед многими родителями встает вопрос, чем занять своего ребенка в это время. Учреждения культуры нашего города подготовили много интересных мероприятий. И в том числе художественная галерея, как всегда, представила насыщенную программу. Давайте узнаем, что она подготовила для наших детей в осенние каникулы. Познавательные занятия, экскурсии по выставкам, мастер-классы и просмотр кино и мультфильмов. В каникулярной афише художественной галереи мероприятия на любой вкус и возраст. Стартует осенняя программа 28 октября. В этот день пройдет «Ночь искусств». У нас будет обязательно вернисаж. Мы откроем необычные выставки. Мы будем писать с художниками натюрморт осенний. У нас уже привезены и приготовлены тыквы, кабачки. В детской программе огромное количество творческих мастерских. Они пойдут в параллели друг от друга. С 29 октября программы пойдут по обычному графику. В 10 познавательные занятия, в 12 творческие мастерские, в 14 экскурсии. Все мастер-классы в каникулы на осеннюю тематику. Дети будут создавать забавных мухоморов в различных техниках, делать узоры из тонких полотен. Полосок бумаги. Также в каникулы в галерее будут показывать кино. В том числе и «Мой папа космонавт», где дети звездного городка рассказывают о профессии своих родителей. И, конечно же, это полнометражные мультфильмы и целые мультсериалы, которые пойдут у нас в 11 и в час. Продлятся каникулы художественной галереи до 7 ноября. Все мероприятия проходят по предварительной записи на конкретный день и время. Телефоны для справок 70287 и 66409. Пандемия диктует свои правила даже в каникулы. Все посетители обязаны быть в масках. Детям никаких документов при посещении галереи не требуется, а вот взрослым необходимо принести с собой сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев. Екатерина Апенова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Волонтеры клуба любительского собаководства «Акбар» организовали информационную акцию для горожан и рассказали о проекте «Служба помощи четвероногим». Активисты раздавали яркие листовки, объясняли, как они могут помочь животным и их хозяевам во время карантина. Подробности далее. Проект «Служба помощи четвероногим» начал работать еще летом, когда оказавшиеся на карантине саровчане не смогли гулять со своими питомцами. Волонтеры клуба любительского собаководства «Акбар» решили напомнить саровчанам, что в подобных ситуациях активисты всегда готовы прийти на помощь. Этот проект именно направлен на помощь людям, у которых есть домашние животные. Как раз если они попали в какую-то трудную жизненную ситуацию, то тогда звоните нам, и мы вам поможем. Добровольцы ежедневно гуляют с собаками, доставляют корм и помогают с медицинскими осмотрами. Также клуб «Акбар» приглашает присоединиться к акции неравнодушных горожан, которые готовы включиться в эту работу. В том году у нас по 15 собак было в день с выгулом в пандемию. Поэтому, конечно, люди нужны. По крайней мере, чтобы мы были уже готовы в полную вступить в борьбу с этим коронавирусом. Получить помощь добровольцев во время режима самоизоляции или стать волонтером можно, обратившись по телефону 8 991 452 32 72.
И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 и социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.